Всем привет, на канале Мусалим. В работе сегодня Audi Q5 на шумоизоляцию 4 дверей. Двери разобрали, поверхность подготовили, обезжирили. Так выглядит штатная шумка. Под колонкой ничего, одна полоска на всю плоскость двери, задняя дверь и передняя водительская. Вот тоже одна полосочка и на этом все. Все проклеим. В автомобиле будет комфортно. Приступаем к работе. Первый слой проклеили. Внутри двери, внутреннего поверхности двери проклеивается. Полностью проклеивается. И тщательно прокатывается маленько. Проклеили второй слой на двери. Также виброматериал. Проклеивается и прокатывается. Третьим слоем клеится шумопоглощающий материал. Дальше покрывается вся поверхность двери. И вот такая красота получается. Закончили сборку обшивок на Audi. Все сидит на своих штатных местах. Никаких следов сбора разбора автомобиля не оставляем. 3 года гарантии на нашу работу. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем пока!